танец наш. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мое солнышко, мамочкина девочка, мамина красавица. Такая красавичка у меня, а? Астарта. Астарта. Посмотри сюда, детка. Мальчики, она такой. Такая морда красивая. Мамина хорошая девочка. Мамина девочка. Мое солнышко, моя деточка, холошечка мамина, красивая моя девочка, да, мамина? Погладить мама не может, пока не может, но... Девочки, это наш малыш до операции. Ластик. Ластика прооперировали. Через 2 месяца ему надо будет снимать конструкцию. А пока он спит. Девочки, операция будет стоить 22 000. Это не очень добрая весть, но это нормально. Мальчик сейчас спит. Завтра мне о нем новости сообщат. Это все на контроле. Вот это чудо выбросили возле магазина. Посмотри на ее глазки. Ей всего 2,5 месяца. Знаете, вот эта рутина, она кружится, я не задумываюсь, я просто перетекаю с одного вопроса в другой, решаю эту проблему, эту, иду дальше, и как-то не застряю на этом внимание. А вот сейчас начала вам говорить, надо сделать вот это. Я же самой становится страшно, сколько дел. Но когда об этом не задумываешься, а просто делаешь, то все получается.